Стать счастливой семьей можно научиться. В Иванове на базе детского дома номер 1 действует центр подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей «Подсолнух». Его работа направлена на адаптацию детей в приемных семьях. Родителям помогают привыкнуть к новому члену семьи, детям ощутить себя нужными и защищенными. Основные функции этих центров заключаются прежде всего в подборе и обучении тех семей, граждан, которые бы хотели принять себе на воспитание ребенка-сироту, воспитанника детского дома. И вторая функция – это последующее сопровождение вот этих замещающих семей. В настоящее время на сопровождении центра находится около 350 семей. В программе подготовки родителей и детей – юридические, психологические и медицинские вопросы, а также участие в тренингах под руководством опытных педагогов. Занимаемся здесь около 4 лет. И поскольку сейчас все кружки в основном платные, то здесь ребенок может заниматься всевозможными, все кружки, занятия, все это бесплатно. Родители говорят, что часто приходят в центры за советом. Здесь всегда выслушают и поддержат. Ходим в сентябре будет год. Нас пригласили сначала участвовать в хоре, потом занималась с нами художница, приезжала с Москвы, занимались рисованием. А так, в принципе, здесь высококлассные специалисты работают. И любые вопросы, какие-то психологического, воспитательного плана, то есть здесь всегда в любое время можно прийти, и тебе помогут и советом, и подсказкой. По статистике, из сотен родителей, которые становятся опекунами, лишь малая часть не способна к появлению приемного ребенка. Но в любом случае, таким семьям требуется большая моральная поддержка. Ведь главная задача педагогов и родителей в том, чтобы дети, приходящие в семью, не только в ней остались, но и выросли счастливыми, полноценными людьми. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.